1958 году рязанцы совершили настоящий прорыв по показателям в агропромышленном комплексе. Большой урожай зерновых, надой молока и многое другое. За 10 лет в городе открылось 40 предприятий и 3 института. Началась газификация домов, а по Рязани впервые поехали троллейбусы. Стоит отметить, что произошло это в послевоенные годы. Для региона это стало большим рывком вперед. За эти достижения Рязанская область получила почетный орден Ленина. Современники вспоминают, какой ажиотаж царил при вручении. Мне тогда было, наверное, где-то 8-9, я учился в школе, и мне посчастливилось попасть на стадион «Спартак». Это, наверное, был самый большой тогда комплекс, который мог собрать несколько тысяч рязанцев. И там, значит, был такой митинг, концерт. И мне больше всего запомнилось, конечно, огромный энтузиазм, который царил тогда на стадионе. В торжественном мероприятии, посвященном 60-летней годовщине вручения ордена Ленина Рязанской области, принял участие губернатор Рязанской области. Николай Любимов отметил, что сейчас город продолжает славные традиции предков. В 2017 году в регионе собрали рекордный урожай зерна. Впервые удалось нарастить поголовье коров и выйти на объем производства молока более 350 тысяч тонн. Губернатор также напомнил рязанцам, что орден Ленина был какое-то время утерян. Благодаря участию мецената награду выкупили и вернули Рязанской области. Сейчас орден выставлен в правительстве региона. Наш регион очень перспективный. Надеюсь, что вместе мы сможем максимально эффективно использовать все возможности для улучшения качества жизни рязанцев. От души желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, мира и добра, реализации намеченных планов на благо родного края. И, конечно же, благодарю всех, кто присутствует в этом зале, особенно наших ветеранов, за то, что было сделано вами и за то, что вы делаете сейчас, не покладая рук. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон. На мероприятии присутствовали почетные граждане Рязанской области и города Рязани, ветераны войны и труда, а также представители общественности. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».